на моих бойцов. Сказка, да? Заброска недолго длилась. Сейчас будем отдыхать, наслаждаться горами и снегом. Под куполом цирка говорящая лошадь. Артём, а скажи какой-нибудь. Попадает как-то учительница геометрии в чистилище. Угу. Ну что там, в рай-то ей светят, спрашивают. Говорит, нет. Она же чертила. Какие там надо? Люди были маленькие. Да все были. И вот этот. Угу. Ну а что на всякий случай? Ты можешь, например, здесь сейчас точку забить, да, пониже где-то снять якорь. Я так и хочу. Идет работа на стене. Ты как залез? К нам. Другим боком. Передним лицом. Во. Уже можно и ночевать. Маша на полочке. Упали якоря. Сейчас Маша давай, их себе осталось 5 метров. Заберет обратно. Давай, волну пусти. Экспресс-доставка. Веревочку выдала. И до Максима. Ну, посильнее, Маша, она вообще ушла. И вот так на столбах надо лезть, да? Надо, давай. Это даже легче, чем на мрамор. И поехала Почта России. Спускается Игорь. Внимательно!
приглашаешь к себе домой? Нет. Я ее приглашаю в магазин. Ты хочешь посмотреть на себя в 4К? У меня дома. И вот, наконец-то, остаются последние метры. Короче, он здесь. Вот он. Макс, давай. Вот. Вот сюда вот надо долезть. Ловким движением ноги и руки он достигает цели. Легко и изящно прошел Игорь маршрут. Ну как-то так, да. Кто он после этого? Герой. А вы так можете? Можете. Там страховка. Давай, давай оставлю. А чё она так далеко? А? Далеко. Вставай выше, шагай. Вот так как бы. Так, подойди. Ой! Игорь готовится. Макс, готов? Ну, готов, конечно. Все, на тебе. Все. Поехал я точки снимать. Проверка. Точка готова. Закрепил. Давай.
И вот карниз пройден. Максим, вы дотянешь. Я угол такой. Иди. Остаются последние метры маршрута. Ну и давай! Драйтулинг. Лед нам не нужен. Ручки-то забились. А меня сразу загнал. Идете, она на дне? Давай. На, это? Все, значит, его. Все. Вот ты горячая. Все, нормально? Уже. Тебе котелок дать? Где вы втыкали это синее? Вот тут? А? Где синее втыкали? Страх, понимаешь? Это что за балет? Маша, ты можешь? Не хочешь, Макс, выбери. Ты можешь, Маша, второй? Ты можешь второй ледоруб воткнуть туда? Но только что это тебе даст? И подшагнуть. Давай. Там еще мазутик и чашка. Че, Игорь, нашли один якорь? Ну хорошо. Да, вот сюда. Да в рюкзак кинь его. Ну все, хватит, спускайся, Артем, поехали, ночь уже.